хоть своими думаешь, нифига? Нет. Ну вот оно и видно, блядь. Хорошо. Вы остались? Да. Я хочу попросить вас об одном. Вот знак уважения к тем чувствам, которые у вас уже есть. Я согласен, я прошу полностью прощения. Знак благодарности. Сумейте просто прощальный разговор выстроить. Не хочу. Нет, ты сейчас не хочу. И давай я уйду сама, договорите, пожалуйста. Есть что сказать? Мне жаль, что так вышло. Я же прошу тебя прощения, реально, искренне. Мне очень тяжело все это. Я вчера очень сильно перегнул палку, и мне это край, к сожалению. Логичная ситуация. Мне стыдно за то, что я тебя ударила. Но, к сожалению, я не являюсь тем человеком, который, наверное,